Три формы глагола в английском языке, часть 9, part 9. So, и мы с вами разберем следующие формы глаголов. Turn – это правильный глагол, его формы turned, turned, turn, turned, turned. For example, разберем сразу примеры. Я повернул назад. I turn back. I turn back. Было же очень слишком, было очень поздно. It was very late. I turn back. It was very late. Также turn on — это включать что-то. For example, she turned on the computer. Она включила компьютер. She turned on the computer. Start — это правильный глагол. Так же как и turn — правильный глагол. Получается started. 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 For example, урок начался вовремя. The lesson started on time. The lesson started on time. Next. Я начал работать там. I started working there 2 months назад. 2 months ago I started working there. 2 months ago. Might — это модальный глагол, у него нет таких трех форм и переводится как возможно. И давай с вами разберем пример с глаголом. Это модальный глагол с модальным глаголом might. Я, возможно, это сделаю. I might do it. Я, возможно, пойду туда. I might go there. Ну и, в принципе, эта конструкция верна для любых лиц. Он, возможно, сделает это. He might do it. Она, возможно, пойдет туда. She might go there. И так далее. В принципе, здесь might употребляется так же, как и may, только глагол may мы с вами употребляем чаще, чем might, как показывает практика. Далее, show — это неправильный глагол все-таки, хотя вторая форма правильная, showed, вот третья форма shown неправильная. Show, showed, shown. Итак, he showed me, он показал мне. He showed me his work, он показал мне свою работу. He showed me his work. Show, showed, shown. И here — это неправильный глагол. Его форма, соответственно, heard, heard. Получается hear, heard, heard. Значит, я услышал это в новостях. I heard it in the news. I heard it in the news. Я услышал это в новостях. Значит, я услышал это от него. I heard it from him. I heard it from him. Окей? Okay? Давайте проверим все и повторим. Turn, turned, turned. Start, started, started. Might, show, showed, shown. Hear, heard, heard. I turn back. It was very late. She turned on the computer. The lesson started on time. I started working there 2 months ago. I might do it. I might go there. He might do it. She might go there. He showed me his work. I heard it in the news. I heard it from him.